Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня, начиная подготовку, я вам уже рассказывала, как я в фотостудии готовилась и превращала ее в новогоднюю, значит, композицию. Ну, а сейчас мне нужно фотостудию подготовить к Дню Святого Валентина. Ну, первое, с чего мы начнем делать, это украшать наш стол. А на стол мы поставим, например, вот в такой баночке стеклянной, мы поставим вот такое вот сердечко. Нам нужна будет красная краска, чтобы покрасить это сердечко. Вот, нам нужны будут красные нитки и сизаль. Сизаль — это основное, что мы будем делать. Наше сердце будет из сизали красное. Мы сначала его покрасим, а потом вот, вот так вот обмотаем сизалью. Оно у нас будет красное такое вот живое. Сизаль вообще достаточно дешевый материал. И вот три мотка таких, два красных и один белый, стоят всего 80 рублей. Поэтому работать с сизалью, и, во-первых, это очень модный материал. Во-вторых, работать это не так дорого уходит на это. То есть, вот, в принципе, все, что мы будем делать, это должно быть у нас очень экономично. Итак, первое, с чего мы будем делать, откладываем сизаль. И это мы красим свое сердечко. Удобство, мы сразу на палочку его возьмем и будем вот окрашивать на палочке, потому что нам удобно будет тогда пробраться вот ко всем. И вот, как только окрасим первый слой, мы, конечно, дадим ему просохнуть и через какое-то время покрасим снова. Ну вот мы покрасили наше сердечко. Вот, и теперь мы должны его украсить сизалью. Ну, вот мы отделим здесь. Так, и, значит, мы теперь это сердечко вот так вот обертываем сизалью выше. Вот, а чтобы оно крепко держалось, мы будем использовать нитку. Как раз для этой цели она нам и нужна. У нас пистолет клеевой и его эту ниточку сейчас закрепим. Вот мы закрепили и теперь наматываем для того, чтобы сохранили, у нас была форма сердца. И все держалось. Все, наша конструкция не летела. Ну, давайте еще раз. В принципе, не так много надо. Ну вот, у нас получилось сердечко. Как вы видите, вот такое вот. Значит, соль насыпала. И здесь вот эта тоненькая палочка, видите, все равно хорошо, нормально стоит. Я решила сделать сволочные сердечки. Я заранее вырезала вот из специального такого листа войлока. Вот. И, значит, потому что они вот более такие теплые получаются. И вот сюда вот можно эти вот наш двухсторонний скотч. Вот, их сюда приклеить. Белый цвет выбрали, потому что у меня на столе будет, который я вот оформляю, будет красный скатерть. Вот мне нужно было что-то белое. Вот. Можно было, конечно, вот он где-то будет вот на этом таком красном уже стоять. В принципе, вот чтобы не сливалась балочка. Вот. И вот, может быть, даже две такие маленькие еще сердечки из этой же войлока. Может быть, даже какими-то вот такими сердечками вот так вот их разбросать и украсить. Вот этот вот войлочек сердечками.
Mm-hmm.